Неумелые руки, как и ничего не умеют. Неумелые руки – это когда человек хочет сделать собачку, у него не получается. А когда человек хочет сделать яичницу, у него тоже не получается. Ну, хотел сделать аппликацию, но склеил. Ну, свое лицо бумагой. Неумелые руки – это когда… Это когда каждый ничего не умеет. Вот берется за теннис, и он хочет побить мячик, и не получается. Кривые руки, говорят. Неумелые руки – это, говорят, когда еще не руки растят не с того места. Это как вообще тут может расти? Ну, если неумеха сделает скворечник, то получится обычная доска. Это еще в лучшем. А в худшем у него будет куча занос. У моего друга было аж 4 заноза, 5,6 сантиметров. Неумелые руки – это когда хочешь помыть полы, а ты сам еще грязнее делаешь. Или хочешь прибить гвоздь, прибил руку. Ничего не умеют, ничего не узнают. Не умеют. Еще их называют неумех. Даже иногда дырявые. Одним словом, неумехи. Вот мои руки умелые. Я своими руками могу сделать что угодно.